За большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами президента Татарстана наградили орденом за заслуги перед Чувашской республикой. Соответствующий указ был подписан главой региона. Дальнейшее взаимодействие субъектов Михаил Игнатьев и Рустам Миниханов обсудили на рабочей встрече. Чуваши и Татарстан – все равно, что сестра и брат. Издавна чуваши и татары жили бок о бок, помогая и поддерживая друг друга, обмениваясь традициями и обычаями. Сегодня в нашей республике проживают свыше 34 тысяч татар. В Татарстане – 116 тысяч чувашей. Я искренне благодарен вам за то, что мы с первых дней нашей встречи дали дополнительные стимулы, чтобы наши отношения еще укреплялись. Россия многоконфессиональная. Она этим и сильна, то что мы храним свои истории, храним свои традиции. Вот мы приехали, нас встретили, значит, с квасом, с хлебом, солью, щак-щак. Это наша культура. Вот этим мы и богаты. Но не только культурное сотрудничество связывает Татарстан и Чувашию. Растет товарооборот. Предприятия активно развивают сотрудничество. К примеру, только Чебоксарская ЭКРА за прошлый год увеличила объем поставок в Татарстан в 1,5 раза. Чувашия по праву гордится электротехническим кластером. И Республика Татарстан имеет прекрасную школу инженеров-энергетиков. Это позволяет проводить совместно научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, в результате чего появляются новые классы изделий и оборудования.